Kunja Bihari, normal na. Kunja Bihari, Jayo Radha Madhavam, Kunja Bihari. Gopi jana vallabha girivara dhari Gopi jana vallabha girivara dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Rajana Yashoda Nandana Vraja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayadatha Matavam Kunja Vihari Jayadatha Matavam Kunja Vihari Gopi jana vallabha girivara dhari Gopi jana vallabha girivara dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Натрачим Бхагаватам ки. Шрила Прабхупада ки. Его божественная милость. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада Махараджа ки. Джай Гуру Премананде. Джай. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам. Четвертую песню, 15 главу. Глава начинается, глава называется «Рождение и коронация царя Притху». Тексты 1 и 2. Правильно? Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Майтрея увача, Майтрея увача, Аттатася пунарвипрайр, да? Апутрася махипатем, Бахубаям матьяманапьям, Митунам самападятам, Таддришва матунам джатам, Таддришва митунам джатам, Таддришва митунам джатам, Вишайо брахма вадинам, Вишайо брахма вадинам, Учу парама сантуштам, Учу парама сантуштам, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам, Таддришва митунам джатам, Таддришва митунам джатам, Вишайо брахма вадинам, Вишайо брахма вадинам, Учу парама сантуштам, Учу парама сантуштам, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам, Таддришва митунам джатам, Таддришва митунам джатам, Вишайо брахма вадинам, Вишайо брахма вадинам, Учу парама сантушта, Учу парама сантушта, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам. Таддришва митхунам джатам, Таддришва митхунам джатам, Вишайо брахма вадина, Вишайо брахма вадина, Учу парама сантушта, Учу парама сантушта, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам. Таддришва митхунам джатам, Таддришва митхунам джатам, Вишайо брахма вадина, Вишайо брахма вадина, Учу парама сантушта, Учу парама сантушта, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам. Таддришва митхунам джатам, Таддришва митхунам джатам, Вишайо брахма вадина, Вишайо брахма вадина, Учу парама сантушта, Учу парама сантушта, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам. Таддришва митхунам джатам, Таддришва митхунам джатам, Вишайо брахма вадина, Вишайо брахма вадина, Учу парама сантушта, Учу парама сантушта, Видитва бхагават калам, Видитва бхагават калам. Тат. Это. Дришва. Дришва. Увидев. Увидев. Митунам. Митунам. Пару. Пару. Джатам. Джатам. Рожденным. Рожденным. Ришаям. Ришаям. Великие мудрецы. Великие мудрецы. Рамавадинахам. Рамавадинахам. Постигший мудрый свет. Постигший мудрый свет. Учуам. Сказали. Сказали. Парамам. Парамам. Очень. Очень.
Сантуштам, сантуштам, довольный, довольный, видитвам, видитвам, знает, знает, Бхагават, Бхагават, верховной личности Бога, верховной личности Бога, Калам, Калам, экспансия, экспансия. Великий мудрец Майтрея продолжал: на сей раз, дорогой Видура, брахманы и великие мудрецы стали пахтать руки царя Верны, в результате чего из его рук вышли юноша и девушка. Увидев это, великие мудрецы, знатоки Вед, несказанно обрадовались. Они поняли, что юноша и девушка, появившиеся на свет из рук тела Верны, представляют собой экспансию полной части Вишну, верховной личности Бога. Комментарий в Божественной милости Абхай Чаранаравидна Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Ки. Для достижения своей цели великие мудрецы, глубоко познавшие ведийскую мудрость, избрали единственно верный путь. Как мы знаем из предыдущей главы, по замыслу мудрецов первым из тела покойного царя Верны появился Бахука, который принял на себя все последствия его грехов. После того, как тело царя было таким образом очищено, из него вышли юноша и девушка, и великие мудрецы сразу поняли, что они являются экспансией Господа Вишну. Однако эта экспансия не относилась к категории Вишну-таттвы, это была так называемая Авеша-аватара, экспансия Господа Вишну, наделенная особыми полномочиями. Таддришва митунам джатам дишайо брама вадинаха учу парама сантушта видитва бхагаваткалам. Ома гьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурмалитам яна тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мадхурмиштам Сарпитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарупешча Крипа Синду Перевача Патитанам Бхаванебьо Вашнавебьо Намо Нама Джая Шри Кришна Чайтанья Мадхурмиштамна Прия Двайта Гарадхара Шривасани Гора Матра Врита. Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатадеша Тарине Намо Махавадания Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намине Гауратвише Намахам. Шрила Прабхупада Ки. Хари Кришна. Вчера было явление Шрила Бхактистан Сарасвати Госвами Махараджа, и иногда мы отмечаем явление или уход ачарьев, но через полчаса, час или два часа, когда программа заканчивается, мы забываем, о чем говорили, слушали, думали, что отмечали, и живем своей обычной жизнью. Но иногда, по милости, мы можем чуть дольше вспоминать, да? По чьей милости мы вообще практикуем сознание Кришны. И отмечать не один день или один час, а несколько дней, да? Возможно это, да? Нужно или не нужно? Спасибо вам. Вот. И даже обычные кармические семьи, особенно на Востоке, 7 дней, 7 ночей отмечают какие-то свадьбы, да. Не только на Востоке, на Западе тоже есть, да, разные там веселья, когда день рождения какого-то дорогого человека, да, и так далее. Шрила Бхактистан Сарасвати Такур имеет безграничную славу. Потому что мы знаем, что по его милости, Шрила Прабхупада, он сам описывает, по его милости
было все распространено, а он являлся именно воплощением милости и молитв Шрилы Бхактивинода Такура. Его имя Бимала Прасад. Прасад значит милость, да? И все дети Шрилы Бхактивинода Такура, у них имена были Прасадами. Лалита Прасад, Бимала Прасад и другие Прасады. То есть он все связывал Шрилы Бхактивинода Такура с милостью Господа Чайтани Махапрабху, да? Намо Бхактивинодая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сварупая Рупануга Бхараяте Гаура Шакти. Вот это пранама мантра поклонения Шрилы Бхактивиноде Такуре, отцу Бхагаватам Сарасвати Такура. Гаура Шакти Сварупая Рупануга Бхараяте означает: он воплощение Шакти, энергии Господа Шри Чайтани Махапрабху и верный последователь Рупы Госвами. И Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур был ниспослан с духовного мира, как описывает Шрила Прабхупада, это как луч Вишну, да? То есть личность, которая не рождается в материальном мире, как обычные личности. Да? Это очень важно понять. Мы прочитаем маленький абзац из Шримад Бхагаватам. Вчера я тоже на Полежаевской читал этот абзац. Это 3.22.19. Можете отметить, если интересно. 3.22.19. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кардама Муни мечтал о ребенке, который будет лучом Верховной Личности Бога. Люди должны рожать детей, способных исполнить свой долг перед Вишну, иначе и незачем зачинять детей. У благочестивых отцов рождаются дети двух типов. Одни получают воспитание в сознании Кришны и уже в этой жизни освобождаются из когтей Майи, а другие являются лучами Верховной Личности Бога и несут людям знания высшей цели жизни. У Кардамы Муни родился именно такой сын, Капила, воплощение Личности Бога. Около 100 лет назад Такур Бхактивинода, подобно Кардаме Муни, был грехастра и тоже мечтал о сыне, который будет повсюду проповедовать философию и учение Господа Чайтани. Вняв его молитвам, Господь ниспослал ему сына Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджа. Действуя через своих истинных учеников, он проповедует философию Господа Чайтани по всему миру и поныне. То есть Шрила Прабхупада очень ясно говорит об этом, что Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур был ниспослан, вняв молитвам Шрила Бхактивинода Такура, Господь Чайтанья послал личность, которая может продолжить эту миссию Бхактивинода Такура. В материальном мире очень трудно, практически невозможно без вмешательства Господа что-то менять ход этого мира, потому что это материальная энергия, энергия Господа Шри Кришны. И только он сам может вмешаться, да, как он говорит, «Эвам парам парапраптам», да, Бхагавад-гите. То есть эта парампара, она вечная, да, то есть и это исходит с незапамятных времен. То есть эта парампара последователей Господа Шри Кришны, Господа Чайтани, именно самим Господом определяется, благословляется, но именно их преданные, вот эти преданные, как Господь Брама, Нарада Муни, вся парампара, они имеют сами тоже желание следовать воле Господа, имеют сострадательное сердце, спасать или помогать живым существам в этом мире. То есть, кроме желания Господа, они имеют свое вот желание, которое совпадает с желанием Господа. То есть они имеют свою крипу, свою милость. Да? Господь дает своим чистым преданным свободу воли, по своей воле распределять милость, свою милость. Да? А куда вот это самое, Евгений Штатный ушел? Я так был рад его видеть. Особенно так на мриданге играл, вот энергию прибавлял. Вот, и фактически вот эта милость означает удовольствие преданных, да, когда преданные удовлетворены, возвышенные преданные, человек сразу получает милость от них,
Милость именно означает удовлетворение этого преданного. Если ему нравится поведение другого преданного, человек сразу получает духовную шакти, милость, и знание в его сердце пробуждается или сохраняется, если оно было. Если преданный не удовлетворен, духовный учитель или возвышенный преданный не удовлетворен особенно, тогда мы, если даже знание получили от него, это знание мы теряем, не сохраняем, забываем. То есть знание – это не такое знание имперсональное, что мы получили, как имперсоналисты любят получать знание от гуру, потом как веревочную лестницу, они поднялись, да, куда-то по этой лестнице, потом сбросили, потому что они достигли цели. Бхакти такое не действует, совсем наоборот. Если мы хоть одну секунду подумаем, что источник знания, от кого мы получили духовное знание, уже мы наравне с ним, и уже как бы уже он не очень важен для нас, сразу же мы это знание и результаты этого знания мы потеряем. То есть мы сразу же потеряем духовное шакти, сразу потеряем это знание. Почему? Потому что источник, от которого мы получили этого знания, он не удовлетворен. Да? И Кришна в нашем сердце это все фиксирует. Это очень интересный момент. И очень важный момент. Поэтому удовлетворение великих ачарьев и тех, которые нам дали сознание Кришны, чтобы мы практиковали, является первоочередной задачей нашей. Да? Это самая первоочередная задача – понять, кто нам дал сознание Кришны, по чьей милости мы практикуем. И никогда не думать, что мы можем пренебрегать их явлением, уходом, их учением, их наставлениями и прогрессировать. Это невозможно. Сегодняшние стихи, мы еще вернемся к Шриле Бхагаватам Сарасвати Такуру. Сегодняшние стихи, они, это начало главы, рождение и коронация царя Притху. И постепенно, по мере продвижения главы, будет больше объясняться, о чем идет речь. Эти мудрецы, брахманы настоящие в те времена, они на самом деле, как великий мудрец Майтрея рассказывает Видуре, они были очень могущественны. Они могли, например, как здесь описывается, пахтать руки царя Вены, и в результате из его рук вышли юноша и девушка. Да? Сейчас покажите таких брахманов. Это звучит как какой-то фильм, фантастический фильм. Да? Даже в фантастических фильмах не всегда вот пахтают руки, да, человека из этого пахтания какие-то красивые юноши и девушки выходят. И вообще весь Бхагаватам, если читает неверующий человек, возможности, да, Господа, его преданных и ведические времена, как это все было. Если человек читает без веры, он думает как минимум, что это как бы очень искусно написаны фантастические легенды какие-то, да, рассказы, которые можно ознакомиться, чтобы немножко как бы, ну, удовлетворить любопытство или как-то узнать, о чем это все, да. Но если читает верующий человек в эти священные писания, тогда совсем по-иному видит он это. Он верит в реальность того, что здесь описывается. И когда увидели это, что вот из пахтания рук царя Вены вышли юноша и девушка, да, эти мудрецы увидели, они несказанно обрадовались. Они поняли, что юноша и девушка, появившиеся на свет из рук тела Вены, представляют собой экспансию полной части Вишну, Верховной Личности Бога. А как они поняли? Они были реализованы достаточно, да? Они ощутили это в шакти. А Веша Аватара – это уполномоченные личности, которые приходят в этот мир с определенной целью. И чтобы познать, это Веша Аватара или нет, чтобы узнать, нужно иметь квалификацию, уровень, да. И когда преданные видят любое проявление Господа, Вишну или Кришны, они сразу радуются. Первая реакция – это радость, правда, да? Вот. И вторая реакция какая?
намасте, как я могу служить, удовлетворить, да, вас подходит. Да, преданные обычно, это классическое поведение, этикет. Если видят преданного или возвышенного преданного, или проявление Верховного Господа, да, они радуются, потом падают в поклоне в дандавате, и намасте делают, и просят какое-то служение, чем можно порадовать вас, о господин, да? Вот это классика поведения. А если мы не радуемся в виде преданного или любое проявление Господа, особенно книги Шрилы Прабхупады, да? Вот, то есть устаем видеть эти книги, читать, носить эти книги, распространять эти книги, значит, это неправильное поведение, правда? Да? Потому что это проявление, воплощение Верховной Личности Бога, правильно? То есть эта книга воплощение Шримад Бхагаватам, воплощение Верховной Личности Бога в звуке, да, и напечатанном виде. И чтобы соответственно относиться, нужно радоваться в виде этой книги, читать эти книги, распространять эти книги, ставиться в определенное место. Вчера хороший вопрос был задан на лекции. Как вы можете объяснить практически четвертое оскорбление святого имени, относиться как бы оскорбительно к ведам, к шрути и подобным литературам, которые подобны ведам. И несколько практических моментов было сказано, особенно на книги ничего не ставить, книги не ставить в грязном месте, книга вверх тормашками вот так ногами не ставить, это неправильно, да, это священные фотографии нашего гуру, и Парам-гуру, и Господа, и вообще божества не ставят вот так на голову, да. Нужно уважительно относиться. На коробке книг не ставить какие-то другие вещи, да, это тоже неуважительно, да, вытирать пыль, читать эти книги, распространять эти книги, не быть равнодушным к этим книгам, не торговать книгами ради материальной выгоды, например, деньги нужны, я торгую книгами, не нужно все, вот, то есть они только средства для того, чтобы меня кормить или мою семью. Это тоже оскорбительно. Шрила Прабхупада Бхагаватам во второй песне пишет, что книги, если мы проповедуем Бхагаватам, читаем лекции по Бхагаватам, по этим книгам, ради материального обогащения, то есть декламируем Бхагаватам, чтобы заработать на этом, он имеет в виду Бхагавата Саптахи, вот этих личностей в Индии очень пруд-пруди, они зарабатывают на этом, это тоже является оскорблением лотосных стоп Бхагаватам, да. Вот примерно вот некоторые оскорбления можно зафиксировать, да. И как можно прогрессировать, оскорбляя, да, оскорбляя источник нашего знания, да. Никак невозможно. Поэтому у многих людей нет вкуса к этим книгам, да, к чтению, к распространению, к изучению, к правильному отношению. Почему? Потому что поведение наше оскорбительное, да, оскорбительное. Книга – личность, это знание тоже личность. Все в духовном мире – личность, да. И поэтому личность имеет чувства и имеет определенное настроение. И, естественно, если мы кого-то будем постоянно, да, оскорблять, да, эта личность имеет право как бы не позволять оскорблять ради нашего блага даже. Мы можем сказать, ну это же трансцендентная личность, сколько ни оскорбляй, они прощают, да? Это тоже определенная спекуляция, оправдание, но трансцендентная личность может тоже быть разумной, правда? И разум проявляется в том, чтобы не давать нам усугублять наше состояние и дальше оскорблять. Поэтому определенное отношение меняется. Кришна тоже очень заботлив, и поэтому он так ведет себя, чтобы мы очистились от оскорбительного настроения, а не усугубили свое настроение. Поэтому он посылает определенных личностей, которые подают пример правильного поведения, как Шрила Бхактистан Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада, как нужно вести себя с книгами, с божествами, с вайшнавами. И это правильное поведение должно быть увидено. То есть очень сложно, нужно очень высокий уровень иметь, чтобы без примера только шастрами прогрессировать. Хотя очень редко есть такие личности с прошлых жизней, но в основном
обучение идет через пример поведения того, кто осознал себя. Да? Это легче воспринимать. Так вот здесь мудрецы обрадовались и поняли, что это то, что вышли эти девушки и парень, мальчик, они были фактически проявлениями экспансии полной части Вишну, Верховной Личности Бога. И в следующем стихе уже больше начинает объяснение, потом еще дальше идет. И Бхагаватам вообще мы каждый день мы должны изучать и связанно понимать. Особенно полезно, кроме утренних программ, полезно самому читать. Например, если идет определенная глава в храме, очень полезно всю главу в этот период тоже перечитывать, изучать, отмечать, целостно понимать связями. Потому что только один-два стиха, не зная связи, что было до этого, что будет после этого, очень трудно понять, да, о чем идет речь. Да. Вот. Мы просто так практикуем, тренируемся давать лекции, слушать о Кришне по стихам. Но на самом деле полное понимание, правильное понимание приходит, когда человек целостно изучает. Да, целостно изучает. Это тоже одна мантра, как Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это целостная мантра, 16 слов. Бхагаватам с первого стиха до последнего тоже одна мантра. И если мы будем вырывать с контекста, трудно будет нам понять и полностью поклоняться. Поэтому Шрила Прабхупада в предисловии Бхагаватам пишет, что 9 песней нужно с начала до конца изучать, да, и очищаться, да, 9 песней для того, чтобы мы очищались от всех этих мешающих анартх аппаратов, да. И только по тому рвению, серьезному изучению и отношению, как мы будем 9 песней изучать, тогда мы сможем очиститься до некоторой степени и быть готовым 10-ю песнь Игры Кришны воспринимать правильно. Пока мы не знаем философию сознания Кришны, пока мы не знаем, что такое из себя представляет Вриндаван, каково там настроение, что значит мир, который имеет другие измерения, не такой, который мы имеем здесь и видели здесь. Пока мы не знаем очень хорошо Самбанда Гьяну, эту всю философию досконально, и не понимаем эту философию при помощи ачарьев, мы не сможем эти игры читая, понять, о чем идет речь. Для нас Кришна, который, вот, например, поднял Тринаварту, да, потом грохнул его, это будет как-то вот как такой примитивный мультик, да, да, будет. И будет неинтересно. Почему люди не читают 10-ю песнь, книгу Кришны так часто, да? Ну, некоторые читают. Но большинство не читают. Почему? Потому что они думают, мы уже один раз прочитали, да? Вот. Почему? Потому что нет интереса. Почему нет интереса? Потому что нет вкуса. Почему нет вкуса? Потому что нет вообще понимания, о чем идет речь на самом деле. Да? И поэтому человек вернется к тому уровню, где он должен еще работать над собой, да? Понять, что он душа, он вечный слуга Кришны, и действовать как душа и вечный слуга Кришны. И постепенно, очищаясь, человек может больше понять и вернуться к играм Кришны, читать, не слушать эти игры, восторгаться этими играми. То есть сознание духовного мира абсолютно противоположно сознанию, которое есть в материальном мире, поэтому не так-то легко без особой милости Господа вникать в это настроение сознания. И нужно получать милость, особую милость Господа и Его последователей, Господа Шри Чайтани Махапрабху и Его последователей, шести госвами, других ачарьев, Шрила Бхакстан Сарасвати Такура, Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупады. Мы не должны думать, что только мы должны получать милость Шрила Прабхупады. Это тоже оскорбительно к ачарьям, потому что другие ачарьи для Шрила Прабхупады являются парамгуру. Он поклоняется Шриле Бхакстан Сарасвати Такуру. Да? Как мы можем
думать, что мы должны только поклоняться Шриле Прабхупаде, абсолютно не думая о Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре, который вот очень дорог Шриле Прабхупаде, да, и он посвятил себя его миссии. Мы должны всех ачарьев уважать и отмечать их наставления, их дни явления, дни ухода, да, и особенно их наставления. И я еще немножко прочитаю. Об этом еще вчера, день ухода было Гур-Говинда, с вами Махараджа, очень возвышенного вайшнава, ученика Шрилы Прабхупады. И по некоторым рассказам духовных учителей, которые общались с ним, они жалеют, что мало общались с ним. И поняли, что это особая личность была, которая вот знал Шрилу Прабхупаду более глубоко и ощущал, чем они сами. То есть понимать великого ачарью не так-то легко. И Шрила Прабхупада объясняет здесь некоторые выдержки, как объясняет Шрилу Сарасвати Госвами Махараджа. И здесь я прочитаю еще, что советует Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. У нас нет привязанностей или антипатии по отношению к кому-либо в этом мире. Все наши заботы в этом мире переходящие. Каждый отдельный человек остро нуждается в этом высшем, недостающем желаемом. Пусть все вы, как один, сплоченные общей целью, достигнете права служить изначальному Ашая Виграхе. Пусть поток идей последователей Шри Рупы стремится по всему миру. Пусть мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не выкажем отвращение к жертвоприношению пением семиязычной санкиртаны Шри Кришны. Если привязаться все больше и больше к этому, будет достигнуто совершенство и во всем остальном. Пусть каждый из вас, ревностно следуя последователям Шри Рупы, бесстрашно и вдохновенно во весь голос проповедует учение Шри Рупы Рагунатхи. В последние дни он особо потребовал, чтобы его ученики сформировали руководящий совет GBC из 10-12 человек для управления делами общества. И последние два его высказывания были: «У любви и разрыва, кажется, одинаковый конец. Тхакур Нарутама жил по принципам Рупы Рагунатхи. Хорошо идти таким путем». Обратившись ко всем, он сказал: «Все вы, присутствующие и отсутствующие, пожалуйста, примите мои благословения». То есть мы отсутствующие. То есть Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами сказал: все вы присутствующие и отсутствующие, да, те, которые еще не родились или не примкнули к этому движению, примите мои благословения. Он благословил всех нас тоже. Пожалуйста, всегда помните, что наш единственный долг и религия – это распространять и проповедовать служение Господу и Его преданным. Шрила Прабхупада объясняет некоторые моменты, вот особенно день явления Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Он написал, у него некоторые лекции у Шрилы Прабхупады в дни явления, я прочитаю немножко. Это 77-й год, 8 февраля, то есть в год ухода Шрилы Прабхупады, 8 февраля было явление Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. «Нам не следует оставаться вимутхами. Нам надо стать разумными. Чтобы сделать нас разумными, Кришна и приходит. Приходят преданные Кришны, приходят некие посланники. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур – один из посланников Кришны, Чайтанья Махапрабху, цель которого – проповедовать сознание Кришны. Он не только сам проповедовал, но и научил многих учеников проповедовать это сознание Кришны во всем мире. По его милости мы тоже пытаемся делать что-то в ИСКОН, в системе Парампари. Так что нам нужно принять преимущество этой миссии вайшнавов. Как говорили Чайтанья Махапрабху, Прахлада Махараджа, они очень желали этого. Вайшнав значит парадукха-духи. Наш гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он вайшнав, стопроцентный вайшнав.
И он был пара Дукха Дукхи, это Вайшнав. Он критиковал Нирджана Баджана, он сам написал песню. «О, мошенник, какой же ты Вайшнав, в укромном месте твое повторение, Харе Кришна, просто обман». Это длинная песня. Вайшнав значит, что он не желает никакой материальной выгоды или материального богатства, или материальной славы. Он не хочет. То есть в материальном мире каждый интересуется тремя вещами. Материальной выгодой, выгодой материальной славы, материальным почитанием. Это не дело Вайшнава. Вайшнав никогда не заботится об этих вещах. Вайшнав всегда думает, как помочь страдающему человечеству. Мы должны найти свою настоящую жизнь в этом разуме. Этот разум дается вайшнавам. Поэтому на вайшнаве лежит очень и очень большая ответственность. Мой гуру Махарадж Бхактистан Сарасвати Такур указывает на это. Пратиштхара таре нижджанера гхаре тава хари нама кевала кайтава. Прежде люди знали, если я возьму малу и сяду в укромном месте, о, это хорошо, это неплохо. Но настоящее дело вайшнава заботится не о себе, а о других. Как в том примере, что приводит Рупа Госвами. Нана шастра вачаранайка нипунау саддхарма самстапакау локанам хитакаринау трибхуване манняу шараньякарау. Не единолично. Единолично – это не высший класс вайшнава. Я стану освобожденным, я отброшу все, дайте мне спокойно сидеть и так далее. Иногда это тоже хорошо, но порой мы идем на это, чтобы получить низкопробное поклонение наивной публике. Что вот вайшнав, он здесь сидит? Нет, мой гуру Махарадж Бхактистан Сарасвати Такур, он не из таких вайшнавов. Это его особый дар. Он хотел, чтобы каждый его ученик шел и проповедовал культ сознания Кришны. Здесь очень важный момент, что вы должны найти свою настоящую жизнь в этом разуме. Этот разум дается вайшнавам. То есть разум, наш разум материальной обусловленности, оно материальное, осквернено. Что значит оскверненный разум? Это значит путать веревку с змеей, да? То есть Шрила Прабхупада приводит этот пример, что майя означает то, чего нету. Когда мы думаем, что, смотря на веревку, что это змея, значит мы в иллюзии, да? Это веревка, это не змея. То же самое, если мы думаем, что это тело грубое, тонкое, это мы есть сами, и любое действие этого тела или противодействие, любое воздействие на это тело, это есть воздействие на нас, да, мы обижаемся. Если хвалят, мы начинаем восторгаться, говорят, о, ты великий вайшнав, да, вот ты такой красивый, так поешь, так говоришь о Кришне, так распространяешь книги, ты великий вайшнав. Если мы отождествляем сразу, что да, это мы все делаем, а не Господь делает и его преданные, а я как инструмент просто, а это тело вообще мне не принадлежит, это принадлежит Господу. Мы если сразу не передаем это прославление, значит мы в двойственности, да, мы принимаем, что мы действующие, мы наслаждающиеся, мы контролирующие, то есть мы отождествляем себя с телом, да. То же самое холод, жара, разные воздействия, да? Да, богатство, бедность, это все не относится к душе, это относится к телу. Поэтому Брахма, Бута, Прасанатма, Нашучати, Наканкшати, Сама Сарвешу, Бутешу, Мат Бхактим Лабате Парам. Бхагавадгите Кришна говорит, что пока человек не достигнет Брахма Буты, 18.54, 55, это стихи важные, человек Мат Бхактим Лабате Парам, Парам, трансцендентным бхакти не может заниматься. Это начало трансцендентного служения, бескорыстного служения. Шрила Прабхупада говорил, что разум дается вайшнавам. То есть, общаясь с истинным вайшнавом, наши ценности в нашем разуме меняются, очищаются неправильные файлы, да, стираются, и там пишутся новые правильные файлы, которые источают духовную энергию, которые духовные, да? Каждая точка воздействия в нашем разуме, уме от просветления другого вайшнава, от его воздействия, его энергии, начинает очищать, одухотворять наш разум и ум, да? И тогда наш разум становится другим, да? Мы ощущаем, общаясь с вайшнавом, у которого трансцендентный разум,
ощущаем через некоторое время, что наш разум меняется, наши ценности меняются, наши желания тоже начинают меняться, да, постепенно. Почему? Потому что это воздействие духовной энергии, да. Вайшнав всегда дает нам разум. Как он дает нам разум? Он дает нам Кришну в чистой форме, да, воспевая чистое имя, дает чистое знание. И это знание само, это имя Кришны, которое не отлично от Кришны для чистого вайшнава, оно само переходит к нам и очищает нас. То есть вайшнав всегда говорит нам о Кришне, напоминает о Кришне и напоминает о том, что Кришне нравится чистое служение, чистая бхакти. Кришне не нравится корыстная бхакти, которая тоже существует, да, в гунах материальной природы. Поэтому, если вайшнава обучает бескорыстию словами, мы должны еще смотреть на дела. Многие могут говорить красивые вещи, вот, красиво сформулировать все, но когда приходит момент за кулисами быть корыстным или не бескорыстным, человек начинает задумываться, что ему выгодно, что невыгодно. То есть истинная реализация не в том, чтобы только говорить, а в том еще, чтобы действовать соответственно. Когда Кришна создает ситуацию, мы должны быть бескорыстными и справедливыми и к себе самому, и к Кришне, и к вайшнавам. И вот это все проверяется временем. Поэтому мы должны, выбирая авторитета, кого слушать, обязательно смотреть на два фактора. Смотреть, что говорит человек, и как он действует. То есть его слова расходятся с делом или нет. Если слова правильные, дело тоже должно соответствовать. Да? И насколько человек соответствует, настолько он чист. Чист в своем поведении и в сознании. Но только говорить о чистом преданном служении, как говорят шастры, это тоже уже начало чистого преданного служения, потому что само чистое преданное служение, о нем думать, говорить, мечтать, да, это тоже соприкосновение. Соприкосновение с этим чистым бхакти очень-очень благоприятно. Так, дорогие преданные, мы должны понимать очень важную вещь, что без благодарности нету бхакти, и без уважения тоже нету бхакти. А уважение, самое важное уважение, Шрила Прабхупада говорит, это следовать наставлениям гуру. И он показал пример, как нужно следовать наставлениям гуру. И Шрила Прабхупада объясняет, что он никогда не был одинок, он всегда чувствовал взаимоотношения с своим гуру, потому что гуру – это не материальная субстанция, это не личность, которая вот умер и ушел, да? Мы вечные, гуру тоже вечный, все вечные, Кришна тоже вечный. И эта связь гуру-ученика тоже вечная, да? И всегда возможно в своем сердце и реально общаться с гуру, если мы очень любим, привязаны к гуру. Только любовь и является связью в бхакти-йоге, да? Связь означает любовь, прити-пурвакам, да? Тешам сатата юктанам, да? Баджатам прити-пурвакам. Кришна говорит, кто постоянно и с любовью прити-пурвакам служит мне, я даю разум, при помощи которого он придет ко мне, прити-пурвакам, прити, любовь, привязанность, да? То есть шесть видов любовных взаимоотношений с вайшнавами тоже говорится о прити. Не просто давать подарок и получать, а с любовью давать подарок и с любовью получать. Джай Шри Шри Джаганнат Баладев Супадрики Джай. Не просто раздавать прасад, а с любовью раздавать и с любовью принимать. Да? Не просто открывать сердце механически, а с любовью, с доверием, с верой, с любовью открывать сердце. И принимать то, что вайшнав нам говорит, да, с любовью. Но чтобы иметь эту любовь и привязанность, нужно прогрессировать в бхакти серьезно. Это не так-то легко. Но возможно, если мы будем серьезны. Все есть для этого. Все дал Шрила Прабхупада, его книги все дали. Его книги основаны на учении Шрила Бхактистан Сарасвати Такура, на учении Бхактивинода Такура, на учении других ачарьев, шести госвами, Дживы госвами, Рупы госвами, Рагунат Дас госвами. Шрила Прабхупада
так преподал в своих книгах и наставлениях нам, чтобы нам легче было понять и практиковать. Он очень сильно облегчил нашу задачу. Очень сильно. Спасибо, Харе Кришна. Если есть вопрос какой-то... Харе Кришна. У меня тогда такой вопрос вот по поводу Писания. Да, вот я, получается, я сделала оскорбление, я пометки осуществляла в Бхагавад-гите. И, соответственно, вопрос, как теперь исправить эту ситуацию? Как прощение просить? Вы уверены, что это оскорбление? Не знаю, вот я, соответственно, я так поняла, вот сейчас услышав, я подумала, что это оскорбление. Это зависит от того, почему вы делали пометки. Ну, я выделяла какие-то главные мысли. Говинда дас... Слуга, личный слуга Господа Чайтани, читали, да, наверное? Личный слуга Господа Шри Чайтани Махапрабху Говинда Дас просто перешагнул через тело Господа Чайтани ради него, ради Господа Чайтани. Когда он сидел в комнате, Господь Чайтани переградил дорогу, а он голодный сидел, Господь Чайтани принимал просад, а Говинда... не мог идти и просад принимать. Но он смиренно сидел и ждал, да? И Господь Чайтанья, он все понимал, он же в сердце, да, Говинды. И он сказал: Говинда, что ты просад не принимаешь? Ну, мой дорогой Господь, я должен быть здесь, рядом с вами. Но когда Господь отдыхал, он специально переградил всю дорогу, то есть дверь переградил, и спал, и знал, сейчас, и думал, как сейчас Говинда поступит, да? Да? Но Говинда, когда нужно было для Господа принести, да, он перешагнул через Господа Чайтанью, но для себя он не перешагнул. То есть этот пример показывает, что важно, для чего вы еще это делаете, да? Иногда были великие преданные, которые с божествами были особые отношения. Например, Шрила Санатана Госвами говорил своему божеству: я не понял, вот ты сейчас соль хочешь, да? Говоришь, что это пресно, да? Я бедный саньяси, сегодня ты соль хочешь, завтра сахар захочешь. И как это все организовать? Я бедный саньяси, у меня ничего нет, так что то, что даю, то и принимай. Но он не говорил это, естественно, так, как я сейчас говорю. Это с любовью он говорил. У них любовные отношения. Поэтому, если вы отметили это с определенным чувством интереса, любви к Кришне, что это очень полезно для вашего прогресса или для лекции, или, ну, смотря с каким чувством. Так и Господь принимает. Он знает ваши отношения лучше, чем я ничего не знаю. То есть, смотря для чего отметили. У меня есть старший духовный брат, для него он мой духовный брат наставником был вчера, всегда. Я замечал, что он в шастах, у него тоже не ручкой, но карандашом есть заметки, потому что он читает лекции, изучает углубленно. И эти заметки я никогда не считал, что оскорбительны. Потому что я знал, что эти заметки он делает ради служения Бхагавад-гите, а не ради корысти какой-то своей, понимаете? А или не ради забавы. То есть вот эти отношения, понятно, да? Вот это Кришна знает. Поэтому вот иногда мы можем что-то считать оскорблением, что-то может быть и не оскорбление, а может быть и оскорбление. То есть нужно понять ваши отношения. Да? Спасибо. Я чувствую, смотрю, не знаю, почему чувствую, но чувствую, что вот это не оскорбление от вас. Имею право чувствовать что-то. Я могу ошибаться, но есть такое чувство, что смотря на вас, на ваше настроение этого вопроса в целом, что вот я не считаю, что вот так уж нужно думать. Спасибо. Спасибо, Харе Кришна. Вот эти примеры, помните, очень важно наше умонастроение, мотивация, что мы делаем, ради чего, да. Оскорбительно равнодушное отношение и неуважение, но вот что-то делать, именно то, что не вписывается в рамки, это
не обязательно оскорбление. Спасибо. Ну, сейчас, сегодня, может быть, похвастаться, да, ровно 9 часов. Обычно я всегда опаздываю, 99%. Давайте сегодня ровно 9 закончим, тем более, что нет вопросов, да, это способствует. Шрила Прабхупада ки, Шри Джаганнат Баладев Супада ки, Его Божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа ки, всем собравшимся преданным ки, Нитай Гура Премананде. Изданию и распространению трансцендентных книг Шрила Прабхупада ки, Нитай Гура Премананде.